уже будут проблемы. Но для начала Непам было бы неплохо свои пистолетные раунды все-таки выигрывать. Оба могли забрать на мираже, оба отдали клатчами 1 в 3, 1 в 2. И как бы вот возможно из-за этого даже и проиграли. Это правда. У нас очень ранний какой-то пуш на ребра. Хантер делает минус по резу. Предварительно был размен. Ну и там уже в бойлере играет парень с беретами. Вот Плопский слышит. Выход через 100-метровку. Первого забирает. По второму тоже есть информация. Хантер на размене. Это сплит Б. Очень интересный, очень симпатичный раунд. Сейчас демонстрирует нам команда G2. Выход уже на базу Б. Здесь пока только Хампус. С арморчиком. Ну что же, на помощь летит ZTR. Он уже в контролском респауне. На банане уже девайс. Да ладно, не дочекали Хампуса, но разменяли 2 в 2. Девайс уже с беретами дает минус, и это клатч для Нексы. Но уже тащил на мираже, надо тащить и тут. Вырубает ZTR 1 на 1, минута 3 секунды целый. Аешка, посмотри, какая прямо в карман буквально падает бомбой, фейкует. Девайс открывается и выигрывает эту дуэль. Вот знал же, да, что оппонент довольно близко, но решил вот так вот откинуть хе, потом фейкануть с бомбой и в конечном итоге проиграл эту перестрелку. Очень прикольная пистолетка, мне очень понравилась. Да, вот классная. Единственное, что не прочитал Некса, это реакцию девайса на гранату. Все-таки, наверное, больше рассчитывал, что он отойдет, и как раз это будет момент, где он установит бомбу. Оказалось, что девайс просто въехал в него, и коэффициент от приматч приблизительно равный. 1.8 на NIP, 2 на G2. Не забывайте про баннер по трансляции, получаете бонус плюс 100% на первый депозит. Поехали, полный эко от G2, бомбы не было. Это, конечно, досадно, потому что можно было, и был шанс ее установить. Но что поделать, надо будет брать третий раунд. Да, мы же чудесно знаем, что в пистолетном раунде, когда вы ставите бомбу, и даже если вы проигрываете, потом можете себе позволить очень хороший бай. Бай для карты The Inferno, можно сказать, практически оптимальный. Тут у нас 2 девка в раг было. Рез делает минус по Хантеру и по Аманеку. И, собственно, команда NIP начинает этот раунд с численного преимущества. Здесь также поджимается банан. Упор девайс идет дальше фармить. Отличная игра. От него минус Джекс, минус Некса. Ну и последний Нико с глоком. В яме к нему приходит Плопский на прицел. Ой-ой-ой. Можно было и второго попробовать забрать, но не получилось. Но там, конечно, вот все равно какая-то разведка боем. Двое выходят на ковры, у вас ничего нет. Не знаю, иногда, мне кажется, проще зарашить Б. Ты имеешь в виду за атаку на глоках? Ну да, вот как-то. А проще зарашить Б, только ты выбегаешь на банан, тебе прилетает хаешка молик, и уже твоя аркада просто закончилась. Где-то в среднем тайминге, знаешь. Ну, вот если, сложно, говорить, конечно, сложно. Если говорить про подобные раунды, то я... отталкиваясь от своего опыта, говорю всегда своим следующее. Сидим в яме и ждем этого пуша от фармиков. Потому что фармики по-любому прибегут пушить. И мы будем сидеть в яме, и мы просто с глоками затыкаем себе, может быть, еще какой-то фраг найти. Ну, не знаю, уже тогда в пятером бы пошли на ковры, а там будь что будет. Да, но в итоге как-то их сначала двойку, потом еще двойку нафармили как-то легко. Для Непо все. Ну и важнейший раунд для команды G2 и NIP прямо сейчас. Начинается там небольшая перестрелка на банане. Пошел Молотов, пошла флешка. Остается Плопский с фармилкой, всеми гранатами. Ему дают флешку, чтобы он ушел. И 3Б у ниндзя в пижамах на 2 на лонге. И пока все выглядит очень даже неплохо для обороны, если атака будет идти на Б. Ну, G2 в среднем тайминге занимает дугу, как мы можем наблюдать сейчас. По гранатам все довольно неплохо. Есть дымы, есть молотовы. Отрезается лонгом. Лонг отрезается смоком. Но при этом NIP, обратите внимание, сохраняют позиции втроем на базе Б. И похоже на то, что G2 все-таки пойдут именно сюда. Хороший смок, естественно. Вот раскидал Хантер, но было видно, что это один игрок. Сначала дал дым на лонг, потом полетел молик, потом флешка. Скорее всего, не пусть сказали, оставайтесь втроем на Б. И вот прорвутся или нет, вот в чем вопрос. Тут уже куча гранат и стрельба, может быть, спасет как-то команду G2. Манек забрал Плопский, тройка не контролится. Ну да, третьего не ждали, потому что уже справа байтил на себя третий жестко. Пока все хорошо, для Непо. Хампус за B3, отличная работа. Также ZTR врывается через КТ. Это 3-0, очень уверенная работа по приему базы Б от команды NIP. Но ты видишь, пришел третий, наверное, и секунд 30-40 он стоял, он даже не собирался оттуда уходить. То есть понимали полностью NIP, что происходит на карте. И вот эти вот этот выход на Б, он был ожидаем для них. Ну, по крайней мере, так это выглядело. Ну да, даже ковры там бросили там на какой-то короткий период времени, не смотрели, понимали, что вряд ли там кто-то побежит, выскочит в соло с ковров, там, да, может быть, какой-то поздний дикий люркер какой-то.
Ну что в соло и со старту. Ну вообще все прочитано. Классный раунд от NIP. Вот в данном случае против команды G2. И пока сразу же пауза от G2. По-моему, они понимают, что уже как-то начало не самое приятное. Да и сейчас нужно обсудить, что делать в этом форсике. Потому что уже максимальный луз-бонус будет в следующем раунде. Можно хорошо потратиться прямо сейчас. И может быть даже выиграть раунд. Что мне понравилось у G2 в последнем раунде, это то, что они в среднем тайминге заняли дугу, отбили ее. То есть это выглядело очень грамотно и очень ну, с таким комплексным, правильным подходом к контролю этой позиции. Ну и паузу уже отпускают. По пистолетам давайте пройдемся. Два тека. Ну и три пустынных орла на руках. Также есть какой-то набор гранат. Довольно скромный, но тем не менее. Два смока, три флешки и молотов. Тогда как с другой стороны мы видим у NIP все фаста. Прекрасно. Вот ловят на 3Б сейчас своих соперников G2. Давайте посмотрим, или все-таки не фаст. Ну, смог, дали, зашел уже в центр игрок, понимает, что справа на шарте нет, там же молик отбросили, да, центр занимает уже атакой, что в лонг может въехать прямо сейчас туда, в девайса. Ну, девайс уже успел, вот если бы раньше вышли, возможно, был бы шанс. Теперь девайс, конечно, их будет перекрывать. А, хотя еще есть дым и две флешки. Да, подождите, есть еще подождите. Флешка, можно флешку сюда внедрить, дым положить в библиотеку, why not? О, привет! Ой, как это больно! Все, да. Есть инфа по большим, два большие, вот очень важно сейчас не попасть под раздачу, а тут надо развернуться, может быть? А некому помочь. Кстати, если Nexus сделает минус, будут огромные проблемы у команды NIP. Здесь идет перестрелочка. Бомба под окном. Вот в чем проблема. Да. Ну все, тут уже нет проблем. 4-0 для NIP. Да, Плопский приходит на хелпу, делает два минуса. Последний у нас Хантер. В коврах падает. ZTR. Отличная работа. 4-0. И вот довольно перспективное начало в раунде. Да, то есть отличный хедшот от Нико. Но дальше ребята не смогли разыграть. Ну, в любом случае сейчас будет закуп. Там у нас Джекс пока сидит на нуле. 0-0-4 у него. Потенциальный агент просматривается у нас. Ну и набор по гранатам. Фулл раскид здесь хороший. Вполне себе комфортная ситуация для команды G2. Но опять же пока это 4-0 и сухо. При игре за террористом. 4Б, не пы. Вот я такое люблю. Такой да, не, молодцы. Такой подход, знаешь... Очень солидный, но здесь быстрое внедрение. Неужели это Rush B? Нет, все-таки дальше не пойдет. Джекс находится на острие атаки, но решил в смок все-таки не идти. Ну и посмотри, что сделали НИПы. Они ну, дали возможность сохранить оба смока опорником на точке Б. И надо выходить в смок. Что и делают же тут? Да ладно, Папашенька, посмотри, Плопки здесь просто в смоке потерялся. По нему должна быть информация. Джекс говорит, что здесь где-то есть чел. Обязательно прочекайте его. По нему нашивают, падает Плопски. Очень неожиданный и моментальный выход. Симпатично смотрится от команды G2. Ну и все есть позиции для установки бомбы и удержания этого плента. Слушай, ну это жесть какая-то. Как из-за того, что вот пассивно играл вот единственный игрок на точке А, и у него было мало инфы, все так полетели обратно. А план-то был хороший. Оставить у опорников два смока, чтобы на Б вообще не было шанса выйти. Но просто в наглую, в смок залетает атака, и тут нужно сейвить. Тут уже ничего не сделать. Как вообще унести девайс? А, прикрывает. Там интересная Тройство. Комбинация. Мертвая в темке сидит два чела. Сейчас, может быть... Да-да, ну... То есть там, ты знаешь, да, когда в ретейке, вот они сейчас вышли, когда в ретейке тебя выбивают, а здесь, так, трипл пик на КТ, не дают девайсу засейвить, Некс также делает минус по хампусу, однако там бомба взорвется и может погибнуть много людей, нет, это только Джекс. Ну, если честно, интересно играли НИПы, но вот они вот в этом раунде просчитали одно, что да, атака может взять и в смок залететь под флешку и услышать, как вы, как двое там убегают, скорее всего, услышали одного из убегающих и там просто подождали 5-6 секунд и... Будет, что будет. Ну, их прочитали, судя по этому раунду G2. Ну, посмотрим. Пока все-таки НИПы все равно очень интересно играют. Возможно, есть еще пару всяких хитрых вариантов. Ну, и G2 пытается ходить на Б. То есть, видишь, все-таки Саша был прав с точки зрения того, что, да, аналитика какая была. Что кто лучше будет обороняться на Б, тот и выиграет эту карту. Пока у NIP 1-1 по этим раундам. Они Б принимают. Один раз все было четко, второй раз было не очень. Вот здесь хорошее начало. Плопски взрывает своего оппонента с гранатой, девайс на ребрах, его ловит здесь Хантер, и 4 в 4 ситуация. Команда G2 попытается выиграть этот раунд. Сейчас уже есть позиции на Б, чекается КТ, Ника откидывает смок, нагло действует, и возможно это сейчас окупится. Неплохо, все, база Б занята, Молик сейчас пойдет на гробы. Посмотри, все перекрыто, все, нет вариантов. А вот сейчас НИПы уже не поверили в третьего на Б. Очень классно. Мне нравится, как G2 сейчас вот динамику какую показывает. Знаешь, вот они делают то, что...
даже вот я как комментатор, который смотрит на игру сверху, да, там видит радар и так далее, я не ожидаю таких решений, да, то есть очень какие-то медленные, в то же время импульсивные действия. Ну, прикольная игра, смотрится очень живо. Но пока атака, знаешь, вот эти последних раундов выглядит как у Астралис, там, в лучшие времена, там, борьбы против Фейсклана на этой карте, когда ребята понимали, что там стоят трое, и все равно под раскидку в смог заходили и брали раунд, причем делали это и те, и другие. Хампус — хорошая попытка, ну как, не то чтобы Хампус, наверное, скорее на IP здесь довольно неплохо пытались отстреливаться и как-то исправить ситуацию в этом раунде, однако нет, G2 были непреклонны. Деньги есть, нужно покупать. Два снайпера у нас у команды NIP сейчас. Но и G2 тоже должны понимать, что нельзя все время на Б ходить. Это же тоже... Ну, знаешь, на Инферно можно, в принципе. Согласен, можно. В принципе, можно. Но... Можно все 15... Знаешь, можно чисто математически ходить 15 раундов на Б, и из них там 5-6 взять, и этого хватит. Ой-ой-ой, девайс пикнул, минус Некс. Да, на Аплэнд хотели вот вначале, по крайней мере, идти G2. Я такой матч даже комментировал. Вот еще когда, знаешь, были Тайлу с капитаном Мо, вот последние турниры, вот он любил карту Инферно, и он реально против сильных команд иногда не стеснялся сходить 15 раз правда, на Б. Это правда, кстати. Вот когда Тайлу ты приводишь пример, это 100% так. Это прям у ребят, там у китайцев было намазано медом на Б. Молотов на старт, отпугивают здесь снайпера. Ну и ты знаешь, вот на самом-то деле на Мираже-то в меньшинстве на Б ходить. Это же нормально, это же не зазорно. Ой, дядь подгорел сильно, Джекс! Ну да, как-то выходил из смока, не заметил молик, там два раза в него наступил. 29% здоровья меньшинством для команды G2. Ну, для Inferno 4 в 5, в принципе, играбельная ситуация. Но гранат вот в меньшинстве ты хочешь, наверное, зайти на Б, все-таки тебе легче, да? Ну да, да. Но да. Пойдут сейчас на G2. 3 плюс 2 в обороне от NIP, очень хороший смок на шорт, перекрывает здесь вижен и возможность выхода на базу А в этом тайминге. Также будет позиция действовать через ковры. Смотри, знает, что девайс, идут его. Какой неприятный тайминг. Правы. Это сплит базы А через лонг, здесь два опорника, ZTR играет больших, два в больших. Это очень хорошее расположение, имбовая практически рассадка, внутри плента никого нет. Но многие так делают, знаешь, мне кажется, второго могут и проверить. Сейчас Джекс просит, что гранату дайте, а нет, по-моему, ничего, надо так лицом проверять, походу. Но сейчас G2 понимают, что должно быть два опорника. Все, увидел, да, знаешь, есть, что два. Есть по двум информация. И что теперь делать? Опасненько, Джекс. Его находят Пловские. Просто растерзали со всех сторон. Тут и Хампус уже зажимал с другой стороны с Авиком. 4-2, просто нужно переехать. Но Ника бьется, слышит Хантера, братья Ковача не тащат. Не тащат. А, ты знаешь, вот проблема. Проблема, вот эти вот два игрока, которые сидели в больших, не было попытки от G2 их все-таки там как-то изолировать, убить и просто, ну, вот просто что-то с ними сделать. Не осталось граната. Мартин вот... смог бы, решил много вопросов. Так, это я это еду ты едешь, за квасом, да, за квасом еду. И курицы за мной. 2,4 коэффициент от наших друзей из Париматча. Не могу, это, конечно, очень смешно. Это самокат и курицы, которые за мной гоняются. Бонус получай на первый депозит, друзья, 100%. Баннер под стримом, напоминаю, спасибо. Ой, привет. Это твой, походу, стоял. Слышь, поехали же дальше. Поехали за медом. Я вспоминаю Сиедж-карту из 1.6. Да, было когда такое. Когда нужно было тренироваться на этом... в бронетранспортере вслепую залетать на точку. Сейчас бы там один авик бы всех бы принял, ну ладно. Да, была такая история, но это совсем олды, наверное. Я думаю, что часть зрителей наших даже не в курсе, о чем мы с тобой разговариваем. Возможно, но... не родились в тот момент. Да, была такая карта легендарная в 1.6 CS Siege, она называлась. И там вот, ну и не только на ней, но была возможность, в общем, ездить на бронетранспортере. Короче, у защиты было два захода на точку. Да. По сути, но это было жестко. Так, друзья, выход на Аплэнд 4 на точке А у NIP. На банане оставляют второй авик в руках Хампуса. Пловский уже пикает мидл, но Джекс его ждет. Пока неплохо для атаки, но посмотрим. Здесь еще три игрока и девайс. ВП, но девайс не попадает в районе лонга. Это все сложнее. Уже в респаун залетают двое. Все, сплит Б, там бомба в яме. Сейчас выйдет на банан. Нужно вернуться срочно Хантеру, чем он и занимается. Ой, смог откинули, но подставились под Хампуса. Ну, теперь знают, что там тоже авик и... Ой-ой-ой, какая ситуация. И что делать? Назад, вперед. Стоим, халдим. Да, но прикол в том, что один на Б сейчас у команды G2. Ой, у команды NIP. Это ну, Хампус. Я, если знаешь, поставить себе на место атаки. Вот непонятно, сколько там на точке. Вроде бы продавили Пловски. Ну, хорошо, хорошо играют G2. Правильно принимают решения, заходят на точку. Как а как тебе раунд вообще в целом? Классный, да? Вот как они круто сыграли сейчас. Так ты, я не знаю, ты обратил внимание, нет? Когда были, распечатывали базу А из G2 парни,
бомба стояла вот яме, здесь, вот, вот, вот здесь, да. То есть очень круто. И он как бы параллельно еще закрывал возможный подпуш через дугу, он понимал, что может быть сюда выход. Ну, наверное, знаешь, больше даже слышал его, если что. Там, конечно, было очень важно бомбу сохранить. Хотя можно было ее сбросить, да, там пикнуть как-то, повоевать. Ну, круто получилось через респаун так вот выйти на точку Б, взять третий раунд. И пока что довольно боевая ситуация, но в данном случае вот... То, чего не сделали NIP в конце миража, уходит на сейв трех девайсов. Будет еще какой-то плотный следующий раунд. Ну и если его уже не берут NIP, то это такой вот маленький камбэк в исполнении команды G2. И они выйдут, наверное, на счет 5-5. Если, опять же, сейчас NIP позволит им как-то разыграть эту ситуацию. Так, что по респу у девайса? Очень важно, если на центр у него респаун, потому что авик может выйти пикнуть в такой ситуации. Пока непонятно. Ну да, сейчас надо посмотреть. Вообще девайс такой любитель с разных точек поиграть, может быть даже с ковров. Ну да, девайс побежал в сторону базы Б, как и, в общем-то, три игрока в целом у NIP. И вот он девайс. Тут Хампус с диглом, и он идет на апленд вообще, на ковры становится. Прикрывать его будет РСМ-кой, и как раз вот ZTR, Плопский девайс возвращаются к стартовой расстановке 3Б от команды NIP. Контроль карты. G2 не будут здесь, конечно, все время ходить на Б, это было понятно. Абьюзить. Хотя вот показали они классные выходы на А, в основном, да, там распечатывают лонг, потом есть всякие варианты альтернативные, в которых они могут сплетануть и базу Б. Ну и здесь мы видим 2 в бойлере и 3 на дуге у команды G2, ну и 3 также у NIP. Повторяемся, при обороне Б плента бомба лежит в метро. Два лонг. Смотри, какой сетап прикольный у NIP, видишь? Ну, уже они такой раунд брали. Да-да-да. Два лонг и три Б, да. То есть здесь четко на отдачу аплента через шорты, через ковры. То есть такой себе гэмблинг, при этом еще и если будет выход на Б, то стяжка вот этих двух ребят на лонге будет уже довольно быстрая. Ну и по-прежнему, да, они понимают, что по коврам там никто быстро не врывается. Я не знаю, там, может там кто-то подсказать жду, там, что ребят, там быстро ковры хоть раз кто-нибудь пробежите. Ну или просто есть раунд 3 ковры. Сгорает Аманек. Проваливается здесь выход у команды G2. 30 секунд до конца. Ух ты! Падает девайс. Это шанс. А второго не считают. Падает Плопский. Сейчас проверять будут все. Тут как? Уже, да, тут уже понятно, что ну третий как? Раунд проверять. Просто ли 3 или 4 раундов 3Б проверяется. Я не знаю, девайс не попал. Второй-то ладно на гробах. Но третьему уже надо было либо выходить самому, либо он еще верил, что его не проверят. Но там уже 3 игрока бежало проверять тройку и тупик. Какой раунд вообще? Как так? 5 в 3? Ну, это же сам, знаешь, ты видел таких 1000 раундов. Это инферно, и Б — это всегда точка спасения. Да мне вопрос, я понимаю, что я видел, я не понимаю, как это не сыграло, понимаешь, в такой суперочевидной ситуации. Ну, в смысле, не то, что очевидное. Не, ну неприятно. Тут да, да неприятно. Тут где-то не залетело, кого-то там перестреляли, кого-то переиграли, где-то тайминг не сложился, но НИПы молодцы. Вот классно, они показывают комбинации, показывают решения. Ну, тут тоже молодцы, хорошая раскидка, и да. Потом дальше все понимали, куда там наводить прицел, и как они убрали девайс. Это тоже было очень круто. 5-4. Все-таки есть сейф. Это калаш и МК. И можно... Так. Ну, наверное, не стоит, да? Наверное, надо все-таки отпустить этот пятый. А можно посидеть на респауне террористов там возле радио и послушать, что говорит радио? Это вообще возможно? Вот сейчас там прямо и слева есть радио. Можно послушать, что там радио говорит? Это мои любимые мои звуки на карте The Inferno. Не, next time. Там просто такое прикольное радио, прикольно вещает диктор. Мой любимый звук на этой карте, когда кто-то кого-то с Зевса в коврах там. Да, это да, тут плюс. И чаще всего, значит, ты видишь на Инферно, либо Трейне, наверное. Но Трейн мы скоро вообще видеть не будем. Вообще грустная ситуация с Трейном, я не знаю, как так. Да, там еще большой вопрос, конечно, по Эншенту. Тут 2D у нас в ребы в бойлере. РС каким-то чудом все-таки не убивает. Здесь девайс в упоре. Не удается ему сделать минус. Хантер был непреклонен. Слушай, а такое ощущение, что НИПы байтят на проход по коврам. Играют вот 2 раза расстановку, когда ковры пустые, а потом 2 раза идут принимать ковры. В следующем же раунде. Кстати, может быть. Это может какие-то интернет-воины. Да, Mind Games такой себе. Ой-ой-ой, Хантер подловил здесь Хампуса. Рез! Рез! Вслепую, минус 2. Так, по резу есть информация. Он пошел дальше сжать спину. Его, походу, пока никто не контролирует. Там бомба выпадает. Забрали ZTR тем временем. И точка свободна. Да, но знают же о том, что Рез в коврах. Да-да. Конечно, нужно контролировать эту позицию. Рез остается пока в бойлере. Плопский пойдет на ребра, будет искать себе девайс. И Рез уходит на сейф. Ну, вот это правильно в текущей ситуации.
сохранять оружие. И Пловский тоже подбирает АК-47 и также уйдет на сейф. Ну, молодцы, G2. Цепляются на этой дистанции, цепляются за раунды. Да, вообще такое неприятное начало. И тут где-то вот то ли нипы не доиграли, то ли G2 повезло, да? Потому что вот эти вот раунды 3 в 5. Да, да. Эти невероятные заходы. Божественно. А есть там вообще перевод? Там, что говорят? А зачем? Инферно. Просто наслаждайся. Это... это радио. Итальянское радио. Внимание. Это Некса колет. Просто сердечко в чат нашим веб-сервером. Просто лучшее. Спасибо вам, ребята. Люблю вас. Так, 3B вновь от команды NIP. И сразу агрессивно гранаты. Хаешки, куда они все улетели? За спину Джексу. Ой-ой-ой. Ну, сразу... Джекс, кстати, ты обратил внимание, что это тот парень, который постоянно играет на острие атаки здесь на карте The Inferno? Там, по-моему, везде играет, знаешь, в атаке. Он так, да, атаки. Он вообще такой, знаешь, он типа его пускают как этого... Просто позиция энтрифрагер, человек. Человек энтрифрагер. Друзья меня называют просто энтрифрагер. Так, ну что, все-таки третий вернулся на плен, девайс в коврах. Дабл пик уйдет, у 19 хп, выживает девайс. И все-таки, да, в соло там выстоял на коврах, нашел этот энтри. Есть информация о том, что он красный. Давайте посмотрим, какое решение принимает команда G2. Ник Авик, три калаша, куча гранат есть, опять же, у G2. Сейчас какой-то опять будет царский выход на проверяй. Опять смок на лонг. Ну, очень четко и очень часто это делает команда G2. Отрезают они эту позицию. Вот таким образом они не кормят просто девайса, и он там не делает минуса. Да, и теперь... девайсу вот на самом деле на этой карте до Инферно, обрати внимание, что ему нужно всегда искать себе какое-то пространство и возможность найти этот... Слушай, ну это любому снайперу. Ты должен ходить ковры, пикать, да, центр, ходить на Б, вообще просто быть на всей карте. И опять же, команда должна под тебя как-то вот подстраиваться. Иначе ты пользы много не принесешь. Пока что неплохо. 2 в 4. Но если сейчас резы без размена заберут, да, и вот так не пройдешь. Ой-ой-ой, квадрокилл. Вот так вот шведский бомбардир здесь накопал себе фрагов. И это 6-й раунд для NIP. Но опять же, заход был классный. Но здесь, знаешь, вот такое не контрится, когда ты идешь на, а у тебя просто 4 в плинте. Ну вот тут как раз Аманека и не хватило. Как раз энтри девайса и зарешал в этой ситуации. Ну что же, смотрим, что будет дальше. Друзья, для тех, кто недавно подключился, напоминаем, что это финал нижней части сетки 3-го сезона Flashpoint. Опять же, РМР первый в Европе. И победитель будет играть в воскресенье. Суперфинал против команды Mousesports. Проигравший занимает 3-е место. Ну и получает сколько там, 1400 очков, это очень даже хорошо. Почему он не горит, я не понимаю. Почему этот молик на машине, его не горит, не... Ну это незаконно. Делает энтрифраг здесь Николай Риц. И опять в очередной раз численное преимущество для команды G2. Занимается бойлер сейчас. Там уже пошел глубокий смок на банане. Вот G2 таких ситуаций нужно избегать, конечно, вот попадания под девайса. Уж лучше, да, как-то добираться до момента раскидки в хотя бы в полном, либо равном количестве игроков. Но в итоге давайте посмотрим. На банане остается девайс. Отправляет 4 тиммейтов на плен. Пока все шикарно. Но вот если сейчас ребята все-таки отожмут хотя бы обратно себе бананы, это даст им серьезный плюс. Слушай, ну они обязаны это делать. Они же понимают, что благодаря этому авику команда NIP может спокойно стоять 4 плюс 1. Ну вот они заняли центр в надежде на то, что может быть авик там как-то сместился. Но тут должны понимать, что по-любому он остается. Ну, сидит глубоко все еще в яме игрок команды G2. Это говорит о том, что все-таки будет ретейк дуги вот в этом тайминге приблизительно. Ну и девайс играет максимально аккуратно. По гранатам, кстати, у него ничего нет. Делает выстрел, отходит, понимает, что его сейчас отпугивают. Все, смог в хелпу, уже летят аркады бэплента. На помощь бежит Пловский. У него есть флешка для девайса. Единственное, чем он может помочь, ну, кроме того, что сам ворвется в смог, девайс сам себе помогает. Ой-ой-ой. А вот и Пловский. Не было нормального размена. Классно зашли, классное решение. Под флешку понимали, они четко понимали, что авик один на банане. Они сразу начали его душить. Здесь Рез делает заключительный минус. Сразу начали его душить. И все. Ну, мастерство девайса, да, в этой ситуации, да, сыграло ему плюсом. Четко он отыграл, все, попал. Железобетонно отыграл в данном случае. И это очень неплохая пока что половина для команды NIP. Можно забрать 8-й.
Ну, давайте посмотрим, какое решение будет от команды G2. Мы видим калаш. Все-таки купил Хантер. Ну, наверное, с одним калашом, да, с минимальным набором гранат возможным. Некси 3 250 вообще остается еще. Видимо, авик им нужен будет. Ты имеешь в виду атаку? Ну да, как-то он себе много оставил. Ну, ты знаешь, вот я не уверен. Либо все гранаты. Да, что на Инферно вообще нужен авик за атаку. Ну, в смысле, что Инферно выигрывается за атаку без авика. Да, многие команды играют. Такой некритичный девайс. Ну, знаешь, иногда он может дать хороший размен. А если он зайдет там на Б и будет бомба поставлена, то этот авик там может в любом меньшинстве там спасти ситуацию. Мы это тоже понимаем. Ну, легче, конечно, подобрать там авик защиты иногда. Ну, давайте посмотрим. Может быть, какой-то момент будет хороший здесь для G2. Ну, вот разве что один будет. Да, а он так, посмотри, он с глока убил оппонента. Так это бомба. Это бомба, да. Плюс бомба. Будет рисковать? Да ладно! Ой-ой-ой! А как бы терять-то нечего, и этот гэмблинг приводит к тому, что устанавливается бомба. Подожди, неужели он это вывезет? Один в два, уже трипл килл. Он понимает, что надо где-то дальше найти еще один минус для того, чтобы разыгрывать один в один. Пикает КТ. Так. Заметил, жмем! Втопил! Сколько остается? 10. Второго, но теперь считаю, есть вся информация, знаю, у девайса. Или догадывается. 10 хп. Нужно с первой. Просто с первой. Ай-яй-яй! Какой же найстрай! Какой же найстрай! Ну какой умничка, а? Не, ну хороший канал. Огонь! Порубил жестко. Ну, девайс тоже красавец. Вырвал этот момент. Пистолетный раунд. Очень много энтри-киллов. От девайса, конечно, сейчас на Инферно очень много пользы. Пусть по статистике там, да, он с резом вроде бы на равных, вот как у нас был этот. Ну, Некса тут, да, ну, молики просто нырнул во все и под гранаты попал. Он, конечно, выжил максимум из этой ситуации. Там сразу пауза залетает от команды G2. Ну что, оружейный раунд будет прямо сейчас. Ну и, в принципе, можно, да, побиться за эти два последних. Это вообще необходимая штука. Нужно брать 7 хотя бы за атаку. В прошлый раз ребята брали по 8 и были допы. Так, 2 АВП. По-прежнему девайс Хампус, Плопский, АУК. Так, а если вот G2, то вот тоже много не хватает. Там 3 ковры. 3 ковры. Я там, вот только, да, ты, да, только начал говорить, я сразу подумал про 3 ковры. Ребят, ну где такой раунд? Ну это же вообще классика уже сейчас. Еще один сплит Б можно повторить. Там, в принципе, действительно, конечно, они понимают, что там... Там часто либо девайс, там, либо вот эта двойка игроков уже на нее там натыкались. Вроде, ну, есть такие моменты у G2. По идее, еще можно много показать. Но... В целом нравится атака G2. И даже вот по ощущениям, знаешь, где-то... Ой-ой-ой, там Джекс просто сгорел. Смотри, на что они делают. Какие они молодцы просто. Хитрые, да? Да? Она даже не смотрит. Просто не контролит. Даже не ожидал этого. Здесь со всех сторон просто жмется этот банан. 4 в 2 ситуация. Знаешь, чего сейчас еще не хватает? Это вот от защиты поджима ковров. Сейчас практически этого никто, да, не делает. Да, да, очень редко кто делает. Вообще, ну, поджима ковров ты имеешь в виду глубоко туда. Да, да, даже вдвоем иногда, да, знаешь, там, да, чтобы, да, провести. Ну, классный раунд. Или разменяться. Очень классный раунд. Ждет. Ну, там надо хитро расставлять игроков на Б, там, и, ну, вся команда, ну, должна, конечно, знать. Комбинация должна быть, да, я согласен. Последний раунд у нас сейчас будет на ваших экранах. По деньгам мы видим, что не все так гладко, но, кстати, все-таки будет здесь закуп. Могло быть хуже. Защита, может быть, и поджимала, если бы, например, здесь была бы вот та старая крыша, которая была в 1.6. Вот когда выходишь с окон, и там, помнишь, да, можно было подсадиться, да, на крышу напротив. Да. Ну, здесь вот, если сравнивать эти два Инферно с 1.6 и это, то это Инферно более закрытое такое. Знаешь, здесь больше как-то пространство меньше, более какая-то она узкая, эта карта, что ли. У защиты нет сокола. У защиты нет сокола, да. Над малыми там. А кто знает, что такое сокол? А ну-ка, плюсик в чат и пояснительную бригаду сразу оформите. Расскажите, кто знает, что такое позиция... Сокол. Нет, да не птица. В смысле, что это за позиция? Где она находится и что это вообще такое? Опишите, пожалуйста. Так, ну что ж, друзья, играют агрессивно ребята из NIP. Пока что в последних раундах там Плопский находил энтри. Плюс 2 авика. И как-то вот немножечко подзажалась атака G2. Вот он, выход из бойлера. Быстро шорт. Трое плентей. А где ковры? Почему они не выходили? Ковры захлебнулись, походу. Или Джекс накидывал гранаты. Извиняюсь. Непонятно. 3 в 4. Ситуация. Заходят на ребра сейчас ребята из G2. Здесь у нас рест на ланге падает, и уже 3 в 3, опасненько это смотрится. Там 2 АВП на выбивании, возможно, будет. Девайс, отличная работа от него, делает минус он по нику. Дальше с дигла, оставляет красным Джекса.
И вот что делать? Знают, что авик на Б. Да, знают, что один на А, один на Б. Вот они об этом знают прекрасно. И одна флешка. А, молик еще. Но смока нет. Был бы дым, они бы сейчас спокойно там на большие накинули, скорее всего, зашли в точку, но решили, что все, на размене, на Б 30 секунд, будь что будет. Сейчас флешка залетает. А, нет, через церковь. Как вариант. Оп. Хампус на дуге. О, вот уже и молик. Вот и молик на банан. Вот все. И бомба уже ставится спокойно. Хампус. Или он побежит? Он как-то каким-то чудом криво шел. Нашел для себя там островок безопасности. Довольно битая G2, сложно будет такое выиграть. Куда пошли, не за гранатами? Не-не, он пошел смок кидать на КТ. Так, да, тиммейт пришел. Или на гробы. Да, подобрал еще один смок ZTR. Сейчас можно, да, будет накидывать этот подобранный смок. Вот он, да. Второй смок. Неприятно, туда же флеш в хиллпул. То есть, ну, вообще выключили Nex, он сейчас просто в церкви находится, пока его тиммейт за тройкой под давлением. Все, его взрывают. А, ну Nex тут может сработать. Четко навелся. Ой-ой-ой! Хорош! Вообще, nice try, Nex, да? Как он вообще красиво. А что не, сразу не начал стрелять? Он выдержал идеальную паузу. И если бы убил, то была бы беда. Ну, видимо, видишь, рассчитывал то, что может в ответ прилететь, да. Ну и вопрос, сколько времени останется у игрока на диффуз бомбы. Но в итоге сегодня защитка получше, чем в прошлый раз. По крайней мере, от команды NIP 10 раундов в защите. Но это учитывая то, что они взяли пистолетку в защите, которую называют многие одной из самой... непростой Counter-Strike. Ты имеешь в виду на Inferno? Да, 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 по-прежнему. Да, есть мнение, что Inferno и пистолетка — это очень тяжело. За защиту. То атака здесь, да, постоянно... постоянно имеет довольно неплохое преимущество. Сколько там? 94,5 FM или сколько там? Красиво, это итальянский. Есть мнение, кто-то написал, что читает Данте Алегри, Данте, подожди, Алигьери, да, божественную комедию. То самое легендарное школьное произведение, которое, я думаю, ну, все, наверное, проходили. Я тоже проходил, ничего не помню, но проходил. Так, раз. В смысле, как называют? Два. Ну, божественная комедия, три. Нет? Или это не то? Мора... Друзья, я что-то... подождите, с режиссером я потерялся. Говорит. Я сам с собой разговариваю. Я уже смотрю на пистолет и раунд, думаю, как и вы, друзья. Смотрим пока, что у нас тут по закупке. Пока, конечно, по пауза. Не все закупились полностью, но мы уже видим три армора, как минимум, у команды G2. Два у Непов это девайс и Хампус. Ну и посмотрим, смогут ли G2 вот вырвать еще один пистолетный раунд. Опять же, на первой карте оба пистолетных раунда жестко клатчами вырвали ребята из команды G2. Хотя казалось бы, что Непы должны один и второй забирать. Тут-то девайс уже вырывал этот пистолетный раунд. Ситуация 1-1. Хотя очень интересная была пистолетка. Вы это видели. Действительно, все было шикарным. Ну и что? Уреза. Набор раскидки. Это дым, флешка, хаешка. Второй у Пловски. Ну и вот вопрос, что покупает ZTR. Согласно католической традиции, загробный мир состоит из ада, куда попадают навеки осужденные грешники, чистилища. Место пребывания искупающих свои грехи грешников и рая, обители блаженных. Данте детализирует это представление и описывает устройство загробного мира с графической определенностью, фиксируя все детали его архитектоники. Очень интересно. Итальянский язык вообще очень красивый. Да. Очень мне нравится. Евровидение вот выиграли, да, ребята? Да. А вот Ника под прикрытием Nexy. Пока не факт, что удержит банан, но какие флешки, да, хэдшот, а имя Ника еще третьего. Красава. Не хватило, но на помощь бежит Аманек. Так, смог отброшен, надо идти в дым атаки. Очень тонкая игра от Ника, и здесь уже не менее... Некса на Б! Хорош, классный раунд. Вот. И как же вот, как же красиво и тонко сыграл Нико, да? Вот он делает минус, стоит на старте, прилетает флешка, все слепые, он выходит, он не топит, а он так четко. Навелся, дал, дал, ушел, дал, ушел. А как Некса доиграл-то шикарно. Ну, да. Красавчики, конечно, опорники Бапланта в этом раунде у команды G2. Вот вам и самый сложный пистолетный раунд. И те берут в защите.
пистолетку на Инферно. Ну и коэффициенты, друзья, от Париматч. 1.4 на NIP, 3.1 на G2. Как 3.1 на G2? Как так? Ну, кстати, это смотрится очень симпатично. То есть тут, ну, мне что-то тут коэффициент как раз-таки говорит о том, что он... Ну, в смысле, не коэффициент, а игра скорее говорит о том, что здесь G2 имеют довольно неплохие шансы. Сейчас они играют в обороне. Опять же, камбэкнуть в обороне будет в разы легче, нежели в атаке. Да, они могут точно так же стартануть 5-0, там выйти на 10-10 очень быстро. А там будет дальше, ну, жесткая рубка, потому что у Непов будет луз-бонус. Хотя нет, какой я так далеко забегаю. Давайте смотреть, что будет прямо сейчас. Форс раунд от NIP. Это теки, ЦЗ-шечка, диглы, по две гранаты. Опять же, куча смоков есть сейчас у атаки. 2 вторых армора, 3 первых. И ребят вот пускают сейчас вот под топ-ленд. И дает кучу пространства G2. И кроме того, даже Аманек уходит третьим на Б. То есть, по сути, здесь Джекс и Хантер. Это МПшка Фамас. Ой-ой-ой, сейчас будет кому-то больно. Классная ХМ против Джекса. Взрывает его фальшив. И здесь просто Хантер должен убивать всех. А делает только один минус. Вот и переехали. Это проблема. Притом довольно серьезная для команды NIP. Динка заходит через ребра. Очень нужен в этом ретейке человек в коврах. Я надеюсь, что команда G2 понимает. Вот не будет никого в коврах. Да, это мясо. Вот сейчас никто не пойдет в ковры, это проигранный ретейк. Все, это проигранный ретейк. Ну подожди, прочекали, есть красный, а вдруг повезет. Если, а вдруг дигл не попадет. Вот, ну есть смок, кстати, еще. Вот он, смок плент. Пошел выход, ждут большие. Тут два больших, один в тюрьме. Так, минус один, второй спалился. Тюрьму тоже законтролили. Ну что творит ZTR? Он просто убивает всех. Ника 1-3. И это раунд для команды NIP. Просто легчайшее. Ну, сами дали кучу пространства. Без инфы перетянули третьего на Б. Это вообще была серьезная ошибка в этой ситуации. То есть и А-плент не контролит, и Б-плент не контролит. Да, против форса соперника не всегда ты хочешь идти на поджим, но хоть где-то надо инфу на первом тайминге собирать. Ухо. Может, каточку? О, ухо! Может, на Инферно? Не, мы не слышали. А что зрители слышали? Слышите? Там этот ухо, может, каточку, говорят, на руках. А, да? Не да, слышали. Да. Ну, к сожалению, да, зрители, наверное, слышали, а вот нам это не выйдет. Работяги подсказывают, что не было в школе божественной комедии, и уже сейчас ее не проходят. Я тоже проходил, поэтому не помню. Ухо 3 класса закончил. Ну, кстати, тоже, да, это правда. 3 класса божественной комедии. Читает песни Аллегровой на итальянском. Так, ладно, ребята, немножечко отходим от темы, хотя, в принципе, да, у нас здесь экономический раунд, точнее, форс-раунд команды G2. Но посмотрим, а вдруг все-таки парни еще побьются и вырвут. Хотя все потихонечку идет на DAS, которые реально могут выиграть Непы. Вот, опять же, непопулярное мнение мое, то, что атака здесь должна решать. Ну, ты знаешь... Не, ну бывает, да, соперник там где-то да, тащит. Тут скорее... Девайс попадает. Да, тут скорее как-то ситуативно. Хантер. Ой, очень громко. Можно чуточку потише? И сейчас я пытаюсь найти кнопочку. О, вот она. Ну, какой-то вот не самый удачный пуш все-таки получился у ребят из команды G2. Решили активно сыграть, видишь, и не пошло. Ну и... Заходит на точку девайс, сам заходил, так на всякий случай, если что, если бы девайс убивали, тиммейты спокойно убегали бы на, оставили бомбу. Человек спрашивает, виплей это секта? Ну, кстати, да, это секта, вот я могу точно сказать. В этой компании сектантов тут определенный майндсет. У сотрудников 12-6 сейчас экономический будет от команды G2. А ну, так-то 13-й заберут NIP. Не, ну, ты знаешь, вот мы точно скажем, да, и это, я думаю, будет недалеко от истины, что команда NIP показала характер. Вот уже за последние несколько дней они реально показывали характер и показывали то, что они могут. Они могут, и они в определенных ситуациях просто прям вообще большие молодцы. Здесь у них ситуация в целом под контролем, надо просто довести до конца вот это все. То, что происходит сейчас на этой карте. И, в принципе, по большому счету, вот этот счет, в котором
Ой-ой-ой, под флешку опасно! Значит, с ньюсбиками может быть больно. Так, 2 в 3 ситуация. Но, опять же, как мы видим, урона очень много. Так, 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 в респаун, Кадровский, включите на секунду. Спасибо. А что там? А, там кампус, все. Ну, теперь все четенько. Аманек 2 хп, есть по нему информация, откидывает калаш. Хая под ноги. 2 да, хп. Понимает, что не выживет. Может быть, меня не заметят, ну классно. Вроде прячется пока что. Бомб has been planted на точке А, сейчас мы услышим. Так, ну что, Аманек, выходи. А вдруг подрежет сейчас Хампуса, так хач. Не, Хампус будет чекать, и шанс. Калаш не найдет. Грамотно, грамотно. Калаш был предусмотрительно выброшен за... за забор. 13-6. Тафа. 7 раундов надо до ничьи взять G2. Не поберу турнир, короче. Is it real? Да? Это уже сейчас ты уже делаешь такое умозаключение? То есть они, ты хочешь сказать, они обыграют Маузов? Ну не верю я, Мауза слишком хорошо. Так, слушай, я вот весь турнир вот не верю там, не верю тут, берут и выигрывают, да? выигрывают, но... Не знаю, конечно, там Даст, я уверен, сегодня получше должны отыграть ребята из G2, и вообще Даст это уже будет играть 50 на 50, но очень классный, интересный Counter-Strike, давайте... Наслаждаться всем тем, что нам демонстрируют команды, стараются, играют на полную катушку. Ну и тем временем на банан выходит команда G2, даже третьего позвали на помощь. Там Анек с Авиком там прикрывать будет еще всю эту движуху. Ну а Непыта, как раз те ребята, которые вот иногда не смотрят на первом тайминге ковры в защите, вот в этом раунде что-то интересное на коврах готовят. Девайс пока их отвлекает, вот просто... Байтит на себя внимание на нуле, откидывает еще флеш. Хотя банан может и в спину продавить. Не, их там трое на банане, они без позиции, уже атака на апленд. Какой кошмар по расстановке у G2, и только стрельба их спасет в этой нет. ситуации, но ее нет. Нет, это уже пахнет третьей карточкой здесь. Красная карточка. Ага. Божественная комедия не удалась для команды G2. Ну, надо сейвить, да, это 14-й, потом уже что-то покупать. Джексу с Хантером, ну, какие-то МПшечки докупать. Вот мне кажется, G2 могли вот поинтереснее попикать. Все-таки у них тут, по идее, все получше по мапику. Что ты имеешь в виду? Ну, какой-нибудь сюрприз попытаться устроить, там что-то неожиданное сыграть. Типа вот. Взять Инферно, такая себе история, да? Ну вот. Да. Не, в целом, я согласен, что пикая Инферно, это вот ты не пикаешь там. Не знаю, ну, что-нибудь такое посложнее, оверпас, там, трейн, да, на котором ты прям можешь удивить, не то что удивить, а сильно сыграть. А вот что ты можешь на Инферно? Ну, ничего ты не можешь. И при том, что G2 на самом деле очень классную атаку показывали. Вот, вот эти вот их сплит-выходы на базу Б, разные комбины, разные варианты с выходами на базу Б. То есть игра смотрелась живенько. А можно, пожалуйста, табуляцию посмотреть, что там по прогрессии по раундам? Там, по-моему, не одно... А, один был в защите. Проиграли форс, и теперь уже опять... Ну все, надо вот собираться силами. Как-то, если это все была какая-то неудача, то, да, надо сейчас показывать все, что есть в обороне. 14-6, конечно, неприятный счет. Ну что там, возьмешь 3 по чуть-чуть, а с 14-9... Уже, точнее, с 9-14 много игр точилось, и это не проблема. Ну, главное вот какую-то серию сейчас получить. Я еще не списываю команду G2 на этой карте. Мы понимаем, что расклад в пользу NIP, но давайте смотреть. Тут играет очень сильная команда, которая может удивить в защите. Ну, 3 под Б сейчас у команды G2. Уже есть удивление. Манек играет у нас в упоре на ребрах. Хаешка. Сейчас будет выпад от Манека. Ну-ка. Ать! Как же коварно сидел девайс, он ждал этого ника под флешку, выпад, ну как, чуть-чуть не хватило, ну, не довелся. Кинул, да, Хаешку все-таки там домашку нику компенсировал минусом, ассист засчитан, но дальше нужно продолжать вот здесь Некси разрывать, чем он и занимается, второй, ну почти, Nice Try мог и реза забрать, но в итоге хотя бы 2 в 2, ситуация могла быть гораздо хуже после того, как девайс нашел энтри на Б. Но все равно девайс Авика на точке. Хантер и Джекс на ретейке. Есть гранаты, есть дефьюзки. Ты очень классный смог сейчас прилетает от реза. Есть еще молотов, 2 флешки, еще есть смог у девайса. Так, молик за тройку, когда дым пошел. Так. Так, рез, отличная игра. Хантер все-таки сам пошел в этой ситуации. Там было сложно, конечно. Ну и походу вот это уже конечное. 15 раунд для команды NIP, на сейф уходит Джекс, по экономике все просто ужасно, не считая Некс, у которого есть 2000 плюс деньги, которые он получит за этот проигранный раунд, ну и походу мы все ближе и ближе к Дасту, друзья, и действительно
Ну, вроде бы не вы должны быть фаворитами по последним результатам. Да, они выиграли 16-12 последний раз. Это была первая карта. В прошлом было 3. Но, опять же, я думаю, и G2 вот много внимания уделили этой карте. Короче, DAZT будет крутой. Да, DAZT будет крутой. И здесь будет еще попытка в любом случае от команды G2. Что-то там сохранили. Не так много, но есть М-ка. Есть еще одна М-ка от Джекса, ФАМАС у Хантера, ФАМАС у Некса и АВП от Аманек. Ну и заметь, что Непы добавляют. Вот они сегодня играют там поменьше Б-плент. Уже там прослеживаются у них, знаешь, даже фейки на этих выходах на Б. Вот на первой карте на Мираже там немножечко по-другому было. Я уверен, и на Дасте будет не так много Б. Конечно, будут сплиты Б-плента, но где-то ребята будут даже фейковать на этих раундах. Короче, будет интересно. По-любому на Дасте, но посмотрим. Тут надо, конечно, тащить 9. А Джекс не чекают бой? Или? Неплохо. Джекс хорош здесь остановил этот выход в соло. Практически сделал 2 минуса, оставил Плопский красным. Ну и Рез с девайсом тоже будут сейчас как-то разруливать эту ситуацию. Сейчас вышли заходит... на IP-на А, просто как себе домой, да? Ну да, Рез такой заходит, слушайте, парни, а тут никого. Вообще никого. Да-да-да, ну понимают, что кто-то в коврах, значит, в такой ситуации. И библиотека, и центр там по-любому, скорее всего, будут ожидать. Но вот он, вот она проверка ковров. Манек шикарно играет. Бомба есть, привязались к пленту ребята из команды NIP в ситуации 2 в 4. Ну давайте смотреть, что будет дальше. А дальше, наверное, будет DAZT. Учитывая, выбить надо. Учитывая хп Плопски. Выбить надо. Ой-ой-ой, Плопски. Очень тонко играет в упоре. Не дальше заметь? Не пошел. Не пошел просто дальше. Нет, ну, здесь уже легко. Девайс остается 1-3. Девайс падает от Некса. Это 7-й раунд для команды G2. Ну, опять же, да, пока ты не отдал 16-й, ты в игре. Тебе ничего не мешает пытаться камбэчить и как-то возвращаться в эту игру. Я думал, сейчас девайс подраздаст. Нет, 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 отмена. 1-3 с ковров, с АВП. Да, знаешь, там вообще фантастическим каким-то образом, какими-то дикими прострелами. Но, конечно же, этот Джек сыграл очень круто. Ну, а дальше Маманек шикарно действует. Ну и, друзья, посмотрим, что будет дальше. Деньги есть еще. Ой. Деньги есть, можно поесть. Но это, наверное, последний закуп. Хотя 1900 луз бонус. Ну, ну все равно еще можно этих... будет подзакупиться. Мап-поинтов целая пачка. Пачка, да, 8, аж 8 штук. А в следующем можно купить на все, там выйти на больше луз бонус. Ну, тут уже Непы будут смотреть, что делать дальше, потому что, по сути, возможно, придется это делать. Отличный пик. Минус Хампус. 5-4. 2 на Б. Кстати, 2 ВП в защите. И двое в коврах там. До Бласта и тут G2. Но мы видим, что тут уже выход на Б готовится. Потушили молик, есть информация для девайс сейчас вырубит. Нет. Жесткий здесь Ника вообще хорош. Откидывается молотов Некса. И будет флешечка, возможно, сразу врыв под нее. Нет. Откидывает хай Нико. Да, хаешка эффективная максимально. Ника живет здесь за Б3 пока. Здесь также будет подсадка. Смотрится это все очень симпатично. Некса делает минус. Рез там на развороте. 2 в 3 такой раунд. Можно потащить Плопски. 2 в 2. Как так вообще? А Манек, походу, не читается здесь. Не попал. Как же это было важно. Второй идет через дугу. Это Джекс. Спешит. Там в КТ прожал Плопски. Плопски знает, что здесь оппонент. Джекс. Просто залетает вообще на морозе. Красава. Рез 1-2. Ну что, этот молодой человек может выиграть такой раунд. Давайте посмотрим, есть у него почти вся информация. Возможно, ожидает, что отойдет игрок церкви, но нет, даже не смотрит налево. Аманек, отличная игра, несмотря на то, что где-то промахнулся, пока все хорошо. Ой, ну, не считая того, что еще 7, все неплохо. Ну, давайте посмотрим на решение от NIP. 4700, 3500. Луз-бонус 1900 в этом раунде, 2400 в следующем, по-моему. Ну и все-таки это 2К форс. Уж кто как Непы должны понимать, да, что как бы лучше эти лишние шансы не тратить и как-то нужно играть, отталкиваясь от дисциплины. А может быть и сейчас получится выиграть раунд какой-нибудь на точку Б, например. Ну, немножко в этом плане, я имею в виду, в защите сейчас, может быть, даже развязаны руки у G2. Ну, ты уже понимаешь, что ты все, что можно было, ты все проиграл. И как бы уже точка невозврата, наверное, пройдена. И где-то, может быть, даже будут какие-то такие, знаешь, как это в покере называется, лузовые действия, когда ты чрезмерно агрессивно играешь, ну, то есть чрезмерно вообще прям показываешь всем своим видом, что ты здесь блефуешь.
4 в 1 стоят по плентам G2. Нико играет на Б. У него что по гранатам? У него только ХЕшка и М-ка. То есть, в общем-то, на удержание у него особо гранат не так-то и много. А учитывая позиции на IP, сейчас будет выбивание именно позиции дуги. Отличная ХЕшка, очень много урона. Неприлично много. Ну и надо заколить вообще-то поддержку. Так, смотри, он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какое сейчас может просто... Ну на гробы, смотри, Нико станет на гробы, то есть он даст какой-то урон и отойдет. Но ты знаешь, я не очень хочу выбивать 5 на 5 базу Б в такой ситуации. Все, Нико изолировали, молик получил, смог получил, он здесь ничего не сделает абсолютно. Ну да, ему флеш. Ну вот только сейчас пришел Манек, есть вот она флешка. Не нравится дает, мне это дает решение, Нико. Конечно. А, нет, нет, не дает. Будет шить. Ну и вот 5 в 5 с бомбой. Да, да, против пистолетов. И очень не хочется выбивать такое, на самом деле. Но надо, придется, есть 4 флешки. Тут надо, главное, не пам как-то грамотно стать сейчас. Вот, может быть, где-то угадать, может подпушить вот церковь. Но нет, и легчайшая для G2, минус от Манека, от Джекса. От Ника 2 фрага, да, там вписался ZTR, но девайс 1 в 4. Ну давай, девайс. Ну уверенно, без суеты, да? Бум, еще надо. Ой, ну нет, по ХП все плохо. Мог там, конечно, сейчас а прикинь, делать. Знаешь, есть мемный такой видос, там, где Маркелов на дасте выходит на мид, делает один выстрел и ставит 5 хедшотов. Да, на самом-то деле он выходил на инферно с ковров там, ну... Короче, и вот представь, девайс сейчас так выходит, просто один выстрел и 3 тела. 15-9. 6 маппоинтов. Там есть мемный момент с Оскаром, когда он минус 3 там с одного выстрела Савика дает, вот по бомбе. Вот, если бы такое с Дигла прошло, да, это был бы просто момент года. 15-9, и уже не смешно. Вот теперь уже можно потихонечку сомневаться в победе команды NIP на этой карте и реально смотреть за тем, что происходит. Одна ошибка, конечно, для G2 это конечная, но можно и не совершать ошибки. Фулл закуп от NIP. Давайте смотреть, что они будут предлагать. Пока довольно ранний смог на лонг прилетел уже, молик на шорт от команды NIP. Ну и там позиции в коврах. Три игрока двигаются на эту точку. Три ковры, то, что мы хотели. Ой-ой-ой, как же неприятно, здесь размен произошел для команды G2. Рез делает дабл, срочно нужна хелпа. Отличная хаешка от Аманека, он играет в малых. Есть информация о том, что прошли ребята через шорт на базу А. Ну как же тяжело выбивать 3 в 3 плент А. Это же практически невозможно. Ну давай посмотрим. Ну, конечно, это неприятно, но вот Ника, подсадка, красавчики. И Нико! Нико, вот это да! Ну, а можно будет хайлайт потом этого пассажира? 3 в 1. Хампус под смоком. Пытается найти здесь какой-то себе фраг. Играет аккуратно, очень тонко. Слышит одного, делает минус по второму. Не может быть, нельзя такое давать! Типы, вы что? Джиту, куда? Как? Зачем? Лол! Слушай, а что мешало подождать еще 2 секунды и выйти? Вот? Просто, да, дождитесь, развеется смок и все. Ну как так? Ну хорош, красавчик, конечно, Хампус. В этой ситуации было отыграно исключительно... Да, хорошая рубочка была.